На планете растения и солнечный город с домами, машинами. Он очень молод, есть и площадка, и множество школ. Мальчишки играют в дорогу и в футбол, а мяч озорник от них убегает и на проезжую часть выпадает. А ну-ка подставьте, вы куда собрались? Перебегайте опасности, вы свою жизнь. Давайте все вместе, без исключения, вспомним правила безопасного поведения. Чат, по городу машины есть огромные махины, чтобы дорогу перейти. До светофора надо дойти. Подождать зеленый цвет, уходи, опасности нет. Не играй на тротуаре, у варе. Тротуар не три игры, есть я этого твори. Собрался на прогулку, играйте в свой велосипед. С собой берегни булку, проверь, как ты одет. Носи-то локти закрывает, ты коленки бережет. И про шлем не забываем, без него не выезжаем. Безопасно нам кататься, можно там, где знак стоит. Дорожки велосипедные, совсем детям не вредные. Ты по улице идешь, и пакет конфет несешь. Одноклассник тебя отвлекает, он по другой стороне шагает. Ты рад им обидеть и хочешь обнять, и даже конфет готов передать. Ой. Но мимо машины несутся потоком, проезжая часть не проскочишь наскоком. Чтобы в беду не попасть на полпути, надо до знака такого дойти. Пешеходный переход, зебра безопасность ждет. Машины знаки уважают, пешехода пропускают. Мы правила дорожные все, конечно, знаем. Гуляя по городу, мы их соблюдаем. Солнечный город – место безопасное. На планете растения живем прекрасно. Напомнить всем, чтоб ходили без проблем. Чтобы взрослые правила сами соблюдали. И с детьми перед машинами сами не бежали. А водителей просим быть сами аккуратней, терпеливой и деликатной. Просим взрослых и дети соблюдайте постоянно правила в эти. И тогда жизнь безопасной станет на планете. Мы мультфильм для всех создали, чтобы правила дорожные все не забывали.